Соколы выходят на связь. Ямальские ученые продолжают наблюдение за краснокнижными соколами, выясняя детали их миграции. Утром 11 октября на связь вышли еще три сапсаненка, которые начали свое путешествие. Согласно данным с передатчика, надетого на одного из птенцов, 26 сентября самочка по кличке Сихиртя оказалась уже в грузинском городе Поти. После отдыха она обогнула Эльбрус и пересекла Кавказский хребет. Подают сигналы со спутниковых ошейников и хищники. Так ученые наблюдают за перемещением песца по имени Тасруй, что с ненецкого переводится как «осторожный». Передатчик на него надели почти год назад на полуострове Гыдан. 3 месяца песец обитал в том районе, где был отловлен. Затем трижды уходил далеко на восток и возвращался обратно к месту отлова. Затем снова ушел на восток. Лето песец провел у безлюдной реки на Таймыре. И 10 сентября, выбрав причудливый маршрут, зверь пробежал за 10 дней 250 километров на восток. По последним данным со спутника, Тасруй находился на правом берегу реки Верхняя Таймыра.